Здорово, ребят, у микрофона Кекс Доминикс, и сегодня у нас плотная проверка сайта Standoff Hub. Надеюсь, вам понравится, обязательно поставьте лайк. И, пожалуйста, не обращайте внимания на мою реакцию из-за окупа, потому что в предыдущей серии он вообще не окупался, а сейчас творился лютый пипец. Надеюсь, вам понравится, берите чаёк и печенюшки, не смею вас больше задерживать, поехали. Я пешал, я тоже переворачиваю шар, мне не нужно много слов, я разрываю даже сталь, мне не нужен даже скам, независим, это факт, типа курим непременно. Обещнулся и вам, ребята, проверить плотненько Standoff Hub, закинуть реальные бабки. Ну, как говорится, обещал, погнали. Ладно, давайте сразу же потратим наш бонусный баллик, который мне выпал, в общем-то, из этих бонусных, типа, промокодов, или как-то так они называются, честно, мне все равно, в общем-то, но да. Давайте New Year Case, потому что она жестко окупала, как говорится, пацаны. Да, ладно, погнали. Надеюсь, отмен не включил я подкруточку, и, в общем-то, сейчас будет что-то выпадать, потому что, как бы, на прошлом видосике там косарь просмотров, да, значит, почти. Так, ладно, Famous Hall нам выпадает за 1 рубль. Ну, а что нам, ребят, что нам, как бы, нам? Ничего больше не скажу. 250 голды, но реально, LifeLand очень сильно врет. FS Tactical, ну, мне кажется, чат админам абсолютно насрать на тот мой видос. Ладно, давайте за 1 рубль. Хотя, ребят, давайте это все дело потом в контракт засунем, чем бы нет, когда, да? Не буду очень сильно быстро открывать кейсики, чтобы, в общем-то, высмотреть М40, Quake остановится. Хорош, хорош, неплохо. На базу, 5 рублей, хорошо, а последний кейс, да? Да. Отлично, погнали, ребят, погнали. Чего бы нет, когда да, спрашивается у тебя. Что нападает? G22 Starfall. Окей, окей, no problems. Это был последний кейс, интересно. Так, попробовать еще. Да, не хватает бонусного баланса. В общем-то, погнали в контракт. Контракты. Чем бы нет, когда да, спрашивается. Так, давайте засандолим это все дело в контракт, конечно же. Подписать контракт, значит, до 28 рублей, ребята, как бы. Чем бы нет, спрашивается, реально топчик, может что-то выпасть. Давайте, 28R. Давайте, ребят, давайте, 28 рублей, по-братски. О, лол, статрек, пацаны, это окуп. Это нормальный так-то окуп, если что. Нормально, пацаны. Походу, реально отмен не заметили. Ну, а как это объяснить, что выпал FS Tactical статрек? Ладно, неплохо, неплохо, погнали. Я его продам, мне чё, ребят? Я чё? В принципе, плюс ютубера, который напрямую не сотрудничает с сайтом, что я спокойно могу и смогу вывести все это. Ладно, погнали, какие-то дешевенькие кейсы пока что пооткрываем. Вот, ну, школьник, дошик. Ну, мне кажется, ребят, дошик кейс в самое время, в общем-то, в самом нужном месте. Давай. Керамбит голд. Ладно, погнали. И что же нам выпадает? Надеюсь, выпадет хотя бы что-то, а не осинька. АКР спорт, вы рофлите? Не, а вот это вот прям неплохо. А вот это вот прям неплохо. Вот серьезно. Хоть не окуп, ребят, но это неплохо. Чао? Что сейчас происходит вообще? Можно вопрос? Я знаю, типа, не окуп, но все-таки, лол. Ладно, ладно, ребят. Эко-кейс, что у нас находится в данном кейсике? В принципе, неплохо. Блин, кстати, вот думаю залететь на стеди-дроп, проверить 100% окупаемый кейс. Но, ребят, этот видос очень затратный. Ну, как сказать, 81 рубль, как бы, да. Так что не знаю, когда я залечу на стеди дроп. Мне кажется, эти кейсы уже закончатся. Ладно, не тянем кота за то самое. Погнали. И что нам выпадает? Что нам выпадает? Так, Air Sport пролетает. Desert Eagle Predator. Ну, так себе, плоховатенько, конечно. Я это все потом в контракт запихну. А давайте еще раз этот кейс, ребят. Чем бы нет? Чем бы и нет? Погнали, значит, да. Что нам выпадает? Desert Eagle Predator. Это что, такая карма мне за то, что я... Вот, понимаете, в чем суть этих сайтов? Только начинаешь их расхваливать, сразу же начинают они тебя жутко сливать. Ладно, погнали в контракт, это все дело. До 56 рублей, рыбата. Ну, в принципе, это неплохо. Это неплохо, это очень даже неплохо. Подписать контракт? Давайте, давайте. Я напишу 56R.
Так, думаю, этого хватит. И что нам выпадает? 23 рубля? В Интерспорт? Меня что, реально обменно заметили? Не, не, нет, нет, да ладно, такого не может быть. Чё, чё аж сайт так жестко окупает? До свидания, до свидания, забираю, забираю. Мне чё, ребят, спрашивается, чё-то мне, чё мне обычному миниксу, который, значит... Значит, самый обычный миникс. Знаете, аж такой игра-то реально. Ладно, давайте какой-то кейс. А давайте бомж-кейс. Мы его сегодня еще не трогали, как говорится. Нет, я его фастом случайно открыл. А фастом, пацаны, ни в коем случае не нужно открывать. Ладно, погнали. Обычно открываем, в общем-то, данный кейсик. Смотрим, что нам выпадает. Так. Кэр Спорт, вы рофлите? Вы рофлите? Реально? Стоп, а мне еще на один хватает? Да! А, нет, не хватает, блин, жалко. Сколько у меня там рублей осталось? Я хочу посмотреть. Можно, в принципе. 1 рубль, да, найс. Ну, в общем-то, ребята, спрашивается, чем бы и нет. Как говорится, ребята, ну, реально, чем бы и нет. Админу печенек. А, и вы рофлите, реально, от 25 голды. Обидно, ребят, реально обидно. Но все-таки, ребят, реально хороший дроп, реально окуп. И реально неплохо. Что, ребят, сказать? Класс. Давайте это все продадим дело, но все-таки, ребят, реально, админу печенек. Давайте, ладно, продайте, ребят. Окей, без проблем, типа, все равно. Ради контента, ребят. Ничего не жалко на самом деле. Бомж Кейс счет не окупает. Счет не окупает нас, он не очень. Точнее, вообще не окупает. Ладно, погнали, эко кейс, эконом кейс. Чем бы нет, когда, да, спрашивается, погнали. Давайте какую-то пушечку за 25 голды, ребят. Я буду безмерно вам счастлив, благодарен и рад. Desert Eagle Predator. Да. Класс, сейчас, наверное, будет люто не окупать. Пробовать еще. У вас не хватает баланса на открытие кейса. Да ладно, 17 рублей. Ладно, ребят, ладно, все. В общем-то, пооткрывали кейсы, как бы. Огромное всем спасибо за просмотр. Хотя подождите, ребят, сейчас, как говорится, еще откроем этот один раз кейс. Погнали, погнали, ребят. Так, все, пацаны, как говорится, продолжаем. Пришлось депать, в общем-то, десяточку. Вот сколько у меня сейчас на балансе, это неправда, у меня там побольше. Так что да, погнали, короче, я вот подумал, давайте на фарм кунаек каких-то, что за кейсы. Эй, ладно. Вот прям сейчас не нужно мне ничего переводить. Онлайн 480, блин, пацаны, мне кажется, это неправда. Ну вот реально, мне кажется, это неправда, еще раз неправда. Так, я что-то туплю. На главную можно зайти или нет? Нет, стоп. Сейчас, одна секунда. Так, как говорится, все, пацаны, продолжаем. Вот у нас есть фарм ножей, фарм скорпион и, значит, фарм куна. Ребят, честно, мне вот наибольше, конечно же, нравятся это керамбит и бабочки. Но кунаи тоже прикольные, тем более они новые. Из-за этого я решил попробовать ударить фарм кунаи, который стоит 24 рубля. Кстати, пришлось мне депать десятку, даже десятку плюс. Вот у меня, в общем-то, 31 рубль. В общем-то, жалко, но, в принципе, ладно, погнали. 24 рубля стоит это дело бренное, в общем-то, и мы это все открываем. Чина выпадает, конечно же, кунай пролетает и выпадает Фамас Хал. Ладно, ребят, хорошо, честно. Стоило бы 25 голды, я бы вывел, в общем-то, тот дроп, который нам выпал. Но я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. На связи, как всегда, был Миникс. Всем чао, какао.